Привет, друзья! Вы на канале «Прошу к столу». Сегодня будем готовить десерт. Его можно назвать мороженое, торт-мороженое или просто холодный десерт. Готовится легко и быстро, получается очень вкусно. Рецепт, как всегда, под видео, а я начинаю готовить. Нам понадобится сахарная пудра. Можно купить в магазине, а я сделаю сама. Просто измельчу сахар в кофемолке, добавляю в сметану и взбиваю вилкой до однородной массы. Печенье измельчу в блендере. Вы можете взять любое печенье, которое вы любите, даже шоколадное, будет тоже очень вкусно. Друзья, буду рада вашей подписке и вашим комментариям. Оставляйте лайки, если вам понравился наш рецепт. Взбиваю сливки до устойчивых пиков. У меня сливки 35% жирности. Можно, конечно, взять и меньше, но тогда время на взбивание уйдет гораздо больше. Теперь к сливкам небольшими порциями добавляю сметану, взбитую сахарной пудрой, и аккуратно перемешиваю. В сливочную массу добавляю молотое печенье и перемешиваю до однородной массы. А теперь, конечно же, ягоды. У меня это голубика. Подходят любые свежие ягоды или мороженые. Если у вас замороженные ягоды, так и добавляйте их в замороженном виде. Вкусно также будет и с сухофруктами, и орехами. Перекладываю десерт в силиконовую форму, накрываю пленкой и в морозилку на пару часов. А еще положу десерт в маленькие формочки, чтобы подавать порционно. Если у вас нет силиконовой формы, можете использовать любую миску, застелив в нее 2-3 слоя пищевой пленки. С помощью этой пленки удобно будет вытаскивать десерт после заморозки. Готовый десерт украшаю клубничным соусом. Друзья, даже если вы не любите мороженое, перед таким десертом вы не сможете устоять. Этот десерт станет вашим любимым. Вы будете делать его снова и снова. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями. Подписывайтесь на наш канал. Спасибо, что смотрели нас. Прошу к столу и приятного вам аппетита!